Всем доброго утра! Сегодня мы не вяжем. Сегодня у меня по плану куча дел, связанных с маршмеллоу и с пряником. И поэтому буду этим сегодня заниматься, потому что выходные у нас обещают быть интересными. Вроде бы собрались ехать в Ейск, ну, вернее, в Камышеватку. Надеюсь, погода будет теплая, и мы покупаемся. Готовлю завтрак. Дети заказали гренки. Все как всегда, яйца. Капелька воды, соль, все взбила и теперь все это обжариваю. Мой главный повар. Помочь? Так, ты будешь ложить или я положу? Mm. Так, вот тут у меня начинает готовиться маршмеллоу. Здесь белки с сахаром, здесь глюкозный сироп, вода и сахар. Вот что у меня получается. Главное отсаживать подальше друг от друга, чтобы рукой потом не задевать, когда расписываешь, либо доделываешь какие-то детальки. И хочу попробовать сделать таких вот маленьких еще гусеничек. Здесь уже 3 этажа готово, будем еще продолжать. Это мишки, мимимишки. Это новый чехол. Ага. Закрытыми глазами. Куда идти-то, далеко? Здесь никогда не надо идти. А, это мне быки. Это чехол? Да это старый уже чехол. Это мой любимый. Там не букетик? Ну, там какой-то куст, знаешь, который вот здесь... А как они называются? А я даже не знаю. Ну, знаешь, вот так как плетутся, угу, цветочки. Надо поставить. Как красиво. Надо. Очень красиво. Листиками. Мы будем обедать. Я пожарила рыбку, которую Гришка вчера поймал. Еще сегодня поймал, но мы решили ее на Ейск. Колбасу, компот, молодая картошка. Уже вот такая вот выросла. И салатик. И муж. Тоже есть будем. Да, только он груши есть не будет. Анечка, вот еще твой папа забыл шляпку. Что с ней будем делать? Степ, ты поедешь со мной или на одну? Или на двух? Степачка, а ты-то выключил там что-нибудь или в час выключать? Вон там поедешь. Трансформатор. Оля тут чинит удочки после рыбалки. Нужен ремонт. Все ли проходят? Кто-то ж рыбалит, а кто-то... чинит. Кто-то рыбу ест, пап. Ой, ты знаешь, только сколько я рыбы съем, я столько удочек никогда не... Вот эта коробочка. Маршмеллоу будет. Вернее, вот коробочка, вот маршмеллоу. Хочу попробовать взвесить. В общем, делала вот эту маршмеллоу на полпорции. Получились еще вот такие вот семейка цыпляточек. Цып-цып-цып, мои цыплятки. Медвежата, гусенички. Что ты хочешь, Ириш? Тут вот 80 рублей осталось. Ну, так и что поделать? Можно в магазин съездить? Все, вот такая вот коробочка маршмеллоу получилась. Сейчас я накрываю. Слушайте, я обожаю свою кухню, поэтому у меня сегодня целый день на кухне. Я сейчас готовлю ужин, и потом еще у меня пряники и карате. В общем, обожаю это движение. А готовлю ребрышки с макаронами. Давно, по-моему, не было у нас вот именно вот такого сочетания, все в одной кастрюльке. Поэтому сегодня ужин вот такой вот.
Ой, ребята, я, в общем-то, монтирую видео. Представьте, догоняю, монтирую за 12 число. За 11. Останется 12. Сегодня 13. В общем, все круто.